А умирал Камыска, ну я должен это сказать, потому что Вадим сгорел сразу, когда вертолет сбили, они упали на дно пересохшего, там какая-то речка текла. Вадим листья откинул, побежал вниз по склону, в это время рванули. А Виталька Камыска прижала к окнам вертолет. В это время рванули баки керосиновые, и он его оглушило, и то обломка, он упал, его накрыл волной. В общем, три головешки в кундуз доставили, вот такие вот, у него на предъявители чеки там вот эти все, пошли, говорили, наши фотографии. На Новый год песню, которую я пел только что, фотография, мы втроем стоим. Вот, а его КМС-ка Виталька Балабанов, обгоревший, был доставлен в Ташкент. Жене его позвонили, она приехала, потому что думал, что у него желтуха, а он весь... Они дружили вместе с семьей, он КМС-ка был у Вадима. Вадим сам был бы КМС-ком, но он залетел в Иран, пока служил здесь в Союзе. Его рожал, межиран скандал, его рожал старший финансовый капитан. На день рождения к Нине, к жене своей. И отправили в Афганистан особист, хороший мужик тоже он. Нормальный парень, спас его от уголовного преследования. И вот, когда приехала Валентина, это жена КМС-ка, Виталька Балабанова, она потом рассказывала, у меня здесь в Москве они приехали, обе рассказывали, плакали. Черный весь, покрыт только какой-то мазью там весь, одни глаза, и плачет. Он говорит, что ты плачешь, ты же жив, вот живи там, все, увидел его. А он плачет, я Вадима не уберег. Они поклялись, когда улетали, КМС, что вернет Вадима живого. Они друзья были, семьи дружили, там, живым Вадима. А он сказал, она ему, вот дословно передаю, женская натура тут ни при чем, это просто, я бы тоже не знаю, что бы делал. Она говорит, да подожди ты, там, Виталий, да что ты, живи, ну так случилось, живи там, все. Что ты там, о себе надо думать, и последние слова, которые слышала его любимая жена в жизни. Уйди, сука, я умирать буду. Она, ну понятно, выскочила за дверь, минута прошла, и запикала там все, и прибежали, он же мертвый. Вот что она простить себе не может до сих пор. Понимаешь? Такие дела, почему я эту песню спела. Мне тяжеловато их петь, потому что вспоминается все это, ну ладно.